Японская компания Ло Перейра, специализирующаяся на продаже элитных автомобилей, объединилась с компанией BitFlyer, крупнейшей в стране биткоин-биржей. Теперь покупатели элитных марок автомобилей могут производить расчеты в биткоинах на сумму до 10 миллионов йен – 1 миллион долларов. Для других партнеров руководство биржи BitFlyer установило ограничения на покупки за криптовалюту. Не первый раз руководство биржи технически поддерживает функцию оплаты в криптовалюте. В прошлом году оплату за товары в биткоинах принимали японские универмаги Marui и магазины электроники Big Camera.